Друзья, сейчас расскажу, как экономить моющее средство. Способ проверенный, использую очень и очень давно. У меня есть вот такая бутылочка. Мы сделаем из половины бутылки целую, используя только натуральные средства. Для этого берем горячую воду, добавляем 2 столовых ложки пищевой соды, хорошо размешиваем. Нужно немножко взболтать. Получаем целую бутылку моющего средства. Ну и давайте тестировать. Посмотрите, какое густое оно получается. Отмывает просто на ура. Берите на заметку. Сейчас покажу, как экономить моющее средство. На каждой бутылке нет дозатора. Здесь есть вот такой колпачок, он неудобен, когда ты его закрываешь, открываешь. Маркетологи и производители сделали это специально, чтобы вы выливали как можно больше моющего средства. Ну и естественно покупали у них. Сейчас покажу, как решить этот вопрос. Покупаем флакон жидкого мыла. Снимаем дозатор и переставляем на нашу бутылку. Он бывает подходит, бывает не подходит. Если не подходит, переливаете моющее средство для посуды в флакон жидкого мыла. Теперь вы будете подавать моющее средство на губку дозированно. Это существенно сэкономит моющее средство. Проверено. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.